Последние два года федеральная трасса М7 приносит одни хлопоты и заботы и водителям, и жителям населенных пунктов, расположенных вдоль шоссе, и органам местного самоуправления. Проезжая часть. Совместный проект с Госавтоинспекцией Казани. Оплачивается из расчета 7%.
в Нижний Новгород. Это значит домой. Но я спешу в удивительный город мой, в Нижний Новгород. Это значит домой.